вот такой вот вид из окна. Пока что идет дождь, но я надеюсь, что скоро закончится, мы пойдем гулять. Это немножко пасмурно. Сейчас ходим по магазину, если честно, не могу сказать, какое название. Вот я взяла себе шампунь, гель для душа, классный, классный вещи. И хотелось показать вот полку с сырами. Очень нравится упаковка. Вот эти вот любимые колбаски с белой плесенью по 3 евро, вот по 2 какие-то. Знаменитый Мулен Руж. У меня на кухне висела маленькая картинка. Долго я рассматривала ее. Теперь здесь. На день рождения купить. Это еще тоже очень красиво. Мы повернули вот около Мулен Руж налево, наверное, да, вот этот проулок. Тут какое-то парикмахерское. Короче, я хочу зайти спросить, сколько стоит подстричь волосы. Честно, они мне что-то надоели, я всю квартиру засыпала им уже. Ну, не фатально, конечно, будет стрижка, но немного хочет убрать длину. В другом месте мы смотрели, было 35 евро, чтобы просто постричь. Я так понимаю. Да, вот напротив магазина Мулен Руж, кстати, вот сейчас. Давайте посмотрим тоже. Мы еще немного поднялись по улице, и здесь вот такой вот супермаркет рыбный. Мы сейчас туда еще не подходили. И мясной магазинчик, да. И выше уже магазин Маринад. Я так понимаю, там парфюмерия, еще что-то. И я надеюсь, что там будут неплохие цены. И что-нибудь посмотрим. Короче, мы решили, что вечером идем на Мулен Руж. Это типа дискотеки будет? Вот это вот. Это не концерт, да? Концерт, дискотека, что среднее. Так что да. Забавно получилось. Мы шли, короче, и вернулись обратно к своей квартире. Вон там, вот внизу. Вот, так что сейчас мы хотим попробовать дойти до Сакр-Кюр. Он должен быть вот где-то там за домами наверху. Но вот по этой улочке пойдем сейчас. Здесь машина не ездит, поэтому будет потише. Я надеюсь. Вот. Погода хорошая, поменялась еще 10 раз. То пошел дождь, то вышло солнце. О, какая забавная собачка худенькая. Вот. Вот с этого места открывается просто потрясающий вид на город. Достаточно высоко сейчас находимся. Спросили дорогу. Да, вот как раз здесь оказался указатель. Идем до базилика Сакр-Кёр. Поднимемся еще немного наверх. Что ж, погода уже такая более-менее теплая, сухая. Дождь не пошел. Листочки попали.
Нет, она просто задом стоит, да. Тоже обрадовался. Вот этот зеленый просто потрясающий, очень понравился. Ja, we kregen hier altijd. На самом деле, чтобы подняться, насколько я поняла, здесь огромная высокая лестница, таких много ступенек. Дискотека, кафе. У меня подсумочка как раз. Так, и да, сейчас покажу. Не знаю, рискнем мы, не рискнем подняться. Поднялись уже до самой вот этой улочки, где находится Сакр-Кёр. И тут начались уже кафе разные, много народу, магазинчики. Кстати, в прошлый раз мы здесь еще не проходили, потому что мы даже до середины не поднялись. О, кстати, новогоднее уже все продается. Зайдешь? Почему-то не розовые пакеты. Здорово, короче, радуга теперь еще вышла. Теперь все погоды были, какие были. Все, что могло быть, все, и солнце, и дождь, и ветер. Вот, кстати, интересные буковки разные собирать можно в паровозе. По 80 центов продается одна буковка.
это огромная очередь, которая выстроилась до самого Мулина Ружа, где представление девушек, скажем так. Я не знаю, как это называется. Уже вечер, да, часов 11, но мы сейчас пешком идем как раз до дома. Здесь пройти. Ай-ай. Ай-ай.